Так, еще часик прошел. Вот что-то глубоковато, нет? А, нормально. Короче, теперь у нас есть все барахло, можно к посту к этому сходить, потом уже от него дальше двигаться вниз. Давай проедемся. Недалеко, в принципе. Я тут торговый пост хочу найти. Каменных переправ понастроили, это вообще жесть. Торговый пост. Барахло-то по-любому надо забрать. Где-то там барахло лежит. О. В пещере, что ли, или что? Давай глянем. Слишком глубоко было. Интересно, где он сохранился? Самая тупая смерть. Надеюсь, перед волками. А нет. Кстати говоря, это здесь. Надо было никуда прыгать. Тоже ткань. Которые поступали где-то корчей, золотать дыры стенок. Построить. Сколько товаров производится на вас? Ну-ка. Тут у нас, короче, та же херня производится. Ну, короче, перемещение открылось, и ладно. Сейчас мы достроим ту херню, потом сюда и сдадим квест. Гнев друидов. Достать необычайный подарок. Короче,
Так, где там? Вот это последняя постройка осталась. А тут у нас провизия. Продавай мне все. А где еще не выросла ни хрена? Слышь, тут провизия была, не видел? Ты мою провизию спиздил? Сука, всю ягоду собрали. Короче, строим последнего. Остается совсем немножко у нас. Но зато этот пост закончен. Шалаш какой-то здесь. Еще и как не зайти. Ну-ка, что изменилось-то? Две в минуту. Ну зашибись что. Так, ясно у нас есть. Сделаем. Так, а как лучше? Короче, сюда. Стейнбёрн мы побеждали. Стейнбёрн. Он, короче, был в этом. Как это называется? В Йотунхейме. По-моему. Заняться нечем, типа в игре есть эти игра кости прикольная такая. Потом что еще есть, ну татуировки все скупать, это полный бред, что-то кормить или это я вообще не знаю, кому это может понадобиться. А так когда вот заканчиваются эти синие белые точки, становится уже скучно. Яство просто очко навыка даст, наверное. Ничего, даже не загорелось ничего. Так, ну тогда задание. Истории там рассказывал нормально какой-то тип. Михай из Раандуина. Теперь мы найдем дар для Флана. Взгляни, что здесь есть. Чего? А как понять? Из 240. Ну что, 143. А, оно куча. Одежда. Блять. Так, припасы.
Короче, непонятно, эта херня производится, и которыми может, их может идти дорогой поставь в различных тайниках. И это тоже, это для постройки. Пока ни хрена не ясно. Через минуту, типа, в сундук добавится две штуки, потому что у нас там производится, типа. Ладно, по базару можете. Азар, торговый пост готов. А мне пришли вести от торговца. У нас хватит мехов, чтобы купить Дарфлану. Возьми, обменяй их. Так. Экзотические приправы, блять, кардамон, мускатный орех и кориандр. В Ирландии таких приправ сроду не видывали. Они будут отличным подарком королю Фланга. Достать пряности, блять. И что? Таких пряностей нигде больше не достать. Я прослежу, чтобы их доставили на коронацию. Флан поймет, что торговля в Дублине идет бойко. Кстати, Эйвор, в Ирландии много заброшенных торговых постов. Хочешь сделать их нашими, чтобы помочь Дублину? Мы получим товары, которые иначе не добыть. Отлично заработаем. Буду иметь в виду. А пока обрадую Баррида. Скажу, что дар для Флана готов. Так, торговля в Ирландии. Край, где можно найти уникальные товары, берите торговые контракты и обменивайте один из четырех видов ирландских товаров. Короче, вот эти яства, ткани, роскоши, предметы, тексты на награды. Если вам нужно больше товаров, займите торговый пост, чтобы их получать. Товары также можно найти в сундуках, поэтому обязательно исследуйте Ирландию. Товары, полученные от торговых постов, хранятся в торговом сундуке Азар. Не забывайте их забирать, когда бываете в Дублине. Все, теперь все ясно. Рука Дублина, Флан. Так, что это? Пришло время короновать. Эйвор нужно встретиться с Баридом для участия в церемонии. Разойдет в таре. А это что? Торгуйте ирландским... А, вот. С помощью Азар, чтобы усилить влияние Дублина. Повысите уровень славы Дублина до 2. А, вот наконец и его. Теперь мы можем торговать с Дримлисом. У них отлично красят ткани. Есть даже краски семи королевских цветов. У нас краски нужны для татуировок. И у нас. Но ткани с Дримлиса согреет любое сердце. Так что ты тут делаешь? Я торгую тем, что шлют наши торговые посты. И редкостями из дальних стран. Хочешь заключить удачную сделку? Так. Ни хрена себе. Иберийский доспех. Атака возрастает после ворота. Дополнительное увеличение урона. И что-то, сука, не прочитать. Припасы для торговых постов. Слава Дублина повышается. Слушай, это прикольная тема. А тут что? Круг парус, припасы, слава. Это
Аркане Заветы. А чё у меня? У меня ткани до хрена, тексты есть. И припасов я получу прилично. Тканей 10 текстов. Текстов мало у меня. Я не понимаю, они, получается, одну сделку заключаешь, они не исчезают. Или будут исчезать. Ну, допустим. Он просто исчезает. Все на сегодня? Ну, пожалуй, все, чё. Увидимся. Ну-ка, и чё? Выполнить трудовые контракты. Будет держать вот так из этического пункта. Ух ты, быстро набирается. Ну-ка давай, что у него там осталось. А, Эйвор, тебя мне всегда приятно видеть. Азар, расскажи, что привело тебя в Ирландию? Рассказ будет грустным. Меня причисляли к самым влиятельным торговцам Шираза. Но однажды предали. Ах, какая злая судьба. И это был друг. Еще хуже. Получить нож в спину больнее всего. Мой отец дружил с Константиносом. С тем, чья корысть погубила нашу семью и дело. Но теперь я здесь. А вокруг меня новые друзья. Мы рады, что ты с нами. Ну давай, что там? Больше сделок, больше денег. Ладно, давай по порядку так и будем делать. За предметы роскоши. А вот там еще книги нужны.
Может, достаточно? Тут тебе всегда рады. Получается, что дублин у нас? А, три. Ну, то, что сундук пишет, это хорошо. Сколько там этих припасов. Короче. Стало интересно теперь все это исследовать. Так, и сколько у меня там этих припасов? Может, я приду на тот пост, сразу все построю. Припасов 285, но это маловато, что там. И там вон пост еще есть. И птичка есть, и еще есть грабить, короче. Ну, Канах, приличная территория. Эта точка мне золотая напрягает. Так, ну переместиться туда или сюда слетать. Давай, съездим. Может, до птички доеду. Тут нужно быть осторожнее. Так, какие-то прощелыги тут засели. Что ты видишь? Припасы вижу точно. Кусты надо. Так, у нас с той стороны есть куст.
происходит? Не-не, не будем. Да что происходит? Ни минуты покоя. Давай, иди же сюда. Добычи много. Если дружина поможет, дотащим до корабля. Накормим же ворона! Красавчик. Славно разжились. Путь! Не забывайте вовремя забирать с сундука эту парашу, а то она там накопится. Вот, уже 24. Пока так исследуешь. Так, что, золотых точек нету. Значит. Значит, что, идем на пост. Ребята, я сваливаю. Посты на горах, на холмах обычно находятся, как я понял.
прям рядом тип стоит. Чего здесь прочесть? Записка, написанная ровным почерком. Мне не удалось спасти священные тексты, но я знаю, что разбойники отправились в Инхрое. Они забрали все до последнего листочка, даже грамоту на торговый пост. Угу. Это означает, что мы придем туда и спиздим эту грамоту. Где выход, блядь? Так. Торговля, обмен знаками. Надо. Так, немножко барахла. Так, как тут подлезть? Город какой-то интересный. По-любому сюда тогда. За золотом. Короче, подземная, это точнее вот тут вот,
когда Уи, Нейлы объединятся, час придет к кладу Ниала отыскаться. 5 артефактов и Нейла, ну ебать. У меня один только. Все ясно с этой точкой. Все понятно. На птичку. Тут и пост. Пост этот здесь активирует, потом активирует этот пост. Потом, короче, еще птичка есть. Еще есть кого ограбить. Рыбешка такая плавает. Вон листки по-любому, вот эти летающие в городах обычно за природу. Вылез такой из воды. Сразу его тогда взять. Вот тоже изобрели же. Сокровища. Ключ от сундука в церкви. Записка священника. Братья, простите, что я отбыл столь неожиданно. Знайте, что я вернусь через несколько дней, а мы продолжим работу на кладбище. Пока же принужден вас попросить вскрыть свежие могилы и разыскать ключ от сундуков. Я обшарил все свои одежды и сумки, но не нашел его. Быть может, я уронил ключ во время похорон. Его нужно вернуть, даже если придется прибегнуть к столь непотребным мерам. Отец Шимон. Сори, отец Шимон. Попизжено уже все. Надо, кстати, свои все.
вот так, отец Шимон. Все уже вернулось на круги своя, как говорится. Так, пост. Возможность для набега. Это, кстати, другая территория, Каннахт. Белые херню сейчас. Кстати говоря, быстрое сохранение делается. Ну-ка, быстро, да, F5. Погнали. Напряжение бегать по за этими листочками. Но сколько мы их уже нашли, так что не составило особого труда. Золотишко. Какое-то небольшое тут лежит. Ключ еще какой-то. А тут этого, наверное, судьба. Яство. Так, все здесь барахло собрано. Вот эта перспективка мне нравится. Никто не сможет меня превзойти. Пошла ты в жопу. Кто решится? Дурная, что ли? Поедем в сокровища, посмотрим, какие, чем бухать стоять. Так, что-то не чуется проклятие здесь будет. Кажется, сейчас будет музыка. Да, точно, стопудово. Столько злобы. Этот край кто-то проклял. А мы тут все спокойно сокровища, блин, ищем. Так, где там? Так, сюда не пролезть. Чары троллей разрушены. Поехали дальше.
Мне нравится вот эта атмосферность в плане, когда проклятие и вот эта музыка, все он так медленно ходит. Первый раз, когда сталкиваюсь, вот, когда вообще Вальгалу начинаешь играть, прикольное такое ощущение. Что же это такое, типа, может какой-то демон или что? А это просто черепок разбить. То есть ничего особенного, но прикольно. Вот это сооружение какое-то интересное. Это что там? Хочется и сюда заглянуть. Так, поедем сюда. Тара и камень Фаль. Таля, Тара или Холм Тары, возвышенность в Миде. Здесь короновались и отсюда правили своими землями верховные короли Ирландии. На холме есть несколько круглых построек, внутри одной из которых находится камень Фаль, также известный как камень судьбы. Согласно легенде, он трижды издаст крик, если при нем коронуют истинного короля. Вот это круто. Это магнище такое. Так, куда на синюю херню теперь сгонять? Вот сюда. Петр крупный, блядь. Ну ебануться, и где его искать теперь?
Может, где продают? Так, что там, ни хрена себе, заполняется. Так, ну теперь я думаю, раз тут осётр, а осетра нету. Тогда что, две последние белые херни осталось? Потом сюда пару сокровищ, уже все соберется в миде. И как раз вот эту херню сделать. А потом еще есть пост. А пост дальше уже в другой территории. Какой-то обман. Этот ход должен быть.
отрывок из истории Ниала девяти заложников. Своему сыну Коннолу он отдал две фигурки, как посоветовала ему мудрая женщина. Позднее они достались внукам Ниала, Артгалу и Фергусу, которых спас от проклятия дяди и подобный святой Патрик. Артгал, сын Канала, маг Нейла, Крем Тайне, убит в 520-м своим родичем Маур-Хиртахом, сыном Муй-Передаха. Ебануться. Артефакты все. Придумывают, блять, какой-нибудь осётр на алтарь ложить. Здесь же вообще пиздец. Две тайны. А одна вот эта, одну можно здесь. Ну, сюда надо. Покажи, что там впереди. Здесь мне точно не рады. Интересно. Да блять, приостановись-ка.